Всем привет на канале «Гуляй по миру. Путешествие с нами». В этом видео поговорим о фактах города Вены. Подписывайтесь, задавайте вопросы и пишите комментарии. Погнали смотреть! Город Вена – столица хороших манер, балов, дворцов и вальсов. Она сохранила множество признаков своей принадлежности к высшему свету. Резиденция монарших особ, замки, ухоженные парки. Одна из любимых – традиция ежегодно занимать призовые места в рейтинге лучших в мире городов для жизни. Первый факт. Вена считается вторым городом в мире по высокому уровню качества жизни. Второй факт. В Вене находится самый старейший зоопарк Европы – это Шенбрунн, который на сегодняшний день уже 267 лет. Третий факт. Круассан был впервые испечен в Вене в честь победы над турками, и его форма напоминала мусульманский полумесяц, назывался он венским рогаликом. Четвертый факт. Знаменитый и любимый сувенир туристов во всем мире – снежный шар – тоже был изобретен в Вене в 1900 году Эльвином Перзи. Пятый факт. В Вене выпускается старейшая газета мира – «Венская газета», которая была основана и впервые издана в августе 1703 году. Шестой факт. Самое захватывающее исполнение реквиема Моцарта можно услышать в Вене под сводами Штефансдома. Бессмертное произведение в огромном соборе исполняется на 5 органах. Благодаря этому достигается необычайное, объемное и мощное звучание. Седьмой факт. Вена вместе с Барселоной и Парижем является одним из самых популярных конгресс-городов мира. Восьмой факт. Венская биржа – старейшая в мире. 1771 год считается годом ее основания. Девятый факт. Венское трамвайное сообщение является одним из самых старых и самых протяженных в мире. Насчитывает на сегодняшний день 179 километров трамвайных путей, а работает оно с 1865 года. Десятый факт. Государственная опера в Вене, один из ведущих оперных театров мира, благодаря которому столица Австрии также называется музыкальной столицей. Друзья, а какие факты знаете вы о Вене? Как всегда, спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам нравится видео, и пишите комментарии. Это помогает развивать наш канал. Вы уже сейчас можете посмотреть интересные выпуски про Кипр, Таиланд, Чехию, Эмираты, а также видео из других стран. Всем пока-пока!